присоединение Крыма, но я на самом деле предсказывал эту ситуацию. Просто не думал, что так быстро произойдет. Все это, безусловно, это Крым-то исторически русский. И при Екатерине Потемкин присоединил его, Черноморский флот там. А потом его просто один политик неграмотный просто взял, отрубил на карте. Теперь это ваше. Но это просто, конечно, это, безусловно, восстановление справедливости. Говорить о том, что восстановится Советский Союз, ну, я не думаю. Я не думаю, что так произойдет. И Украина, страна, конечно, раньше была там Киевская Русь, и все это было, но в какой-то момент все поделилось. Вот. Я не думаю, что объединяться именно в таком, в одно государство. Я уверен, что когда-то будет наведен порядок, и мир восстановится в Украине, и это будет цивилизованное государство, с которым мы будем дружить, как действительно добрые старые соседи, друзья и братья, славяне, а как по-другому я не вижу. Вот я сам на 1/3 украинец. Украинская кровь течет во мне, мне просто это так больно все это смотреть. Вот. Поэтому, нет, я думаю, Украина останется как государство независимое, безусловно, и должно, мне кажется, по справедливости, должно так быть. Просто оно должно быть цивилизованным. То, что сейчас происходит, это не цивилизованное государство.